все основное движение в Пересыпи происходит на центральной улице. Здесь находятся разные магазинчики. Сейчас мы здесь и пройдем, посмотрим с вами. Персики 150 рублей. А абрикосы у вас почем? 18 рублей. Абрикос не приватный, наш домашний. А смородина? Смородина 130 лоточек. 60 рублей за стаканчик. А клубничка? Клубничка 100 рублей стаканчик, 180 лоточек. Она уже отходит, она уже А картошечка свежая почем? Мелкая, значит, по 20, а это по 30, по чуть побольше. А овощи вот у вас, огурчики почем, помидорки? Огурчики по 60, помидорчики по 80. Баклажанчики 130, перец болгарский тоже. А кукуруза? Кукуруза 25 рублей. Понятно, спасибо. А вот дыни-то чьи у вас? Дыни наши нет. А, уже вы внесли? Конечно. Они почем у вас? Вот это 60 дынька, а вот это дыненька, дынька самая сладкая, 100 рублей. 60 и 100 рублей, значит. Интересно. Да, все хорошо, спасибо. Вот такая вот улочка. Женщина нам все рассказала, сколько у нее что стоит. Такие вот цены в Пересыпи. Теперь зайдем в магазин с рыбой. Какую вы вообще рыбку берете? Папа здесь берет, да? Папа берет тоже, да. Ну, мы всякую берем. Султан какая-то. Мы такого не брали. А это не... Это что? Барабулька. Это барабулька? Да, барабулька. 800 рублей написано. Ну, там написано. Вот. Рыба игла, интересно. Ну да. Такая она большая вырастает. Это что, раки? Или... Это раки? Ну да. Раки, да. Такая баночка 350 рублей. Интересно, где их вылавливают? Камбала. Камбала? Есть. Это копченая? Да, копченая. Такую мы покупали. А это иваси написано. 50 рублей за 100 грамм. Это коробочки, коробка. Камбала 700 рублей. Я здесь у вас. Камбала 700 рублей. Камбала, это вот это вот? Да, камбала 700 рублей. Есть. Как это интересно, рыба выглядит. Хорошо, вот такую же папа брал, тушку. Да. А селедка почему? Вот. Это свежая? Селедка почему? Это свежая. А, вот это свежая. Свежая, да. А, понятно. Небольшой копченый есть. Тоже всякая такая. А поменьше. Поменьше будет более подсушено. Ксюша любит подсушенный больше, наверное, да? Не знаю, чтобы слишком... Почему? Каменный у вас. 400 рублей. Давайте, пойдем. Вот это. Это вот азовская креветка. Это азовская креветка? Азовская, да. А сколько она стоит за килограмм? 800 рублей. Тоже здесь такой мини-рыночек. Всякое. Пойдем, пройдем, посмотрим овощи почем. А там дальше еще, да? Да, дальше. А, вот оно.
А я-то думала, что только с той стороны. ₽90 дынька. Огурцы 60. Огурцы маленькие, 100 рублей свои местные, это ясно уже местные. Перчик уже болгарский, вот 120 рублей. Тут вообще 50 рублей. Абрикос 160. Абрикос 160, да? Она уже дошла. Черешня уже отошла и 280 рублей стоит. Видите, какие наливные фрукты. Слива 180. Угу. Пойдем там еще пойдем. Что такой еще? Небольшой рыночек в Пересе. Тридцать пять рублей для них. Кстати, даже аж пахнет. Да, аромат. Да. Вот такой вот поселочек. Итак, мы вам показали поселок Пересы, показали пляж, цены на рынке. Если вам понравилось это видео и оно было полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Спасибо!